Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по криптобуксу Хаос и Тоши. Я вчера записала видео. И сегодня я хочу проверить этот букс на вывод. Минимальный вывод от одной монетки. У меня одна монетка, точка, два. Хаос и Тоши. Также, ну, рекламка у меня просмотрена. Рекламу все мы умеем смотреть, как бы ничего сложного нет. Давайте на кране сейчас соберу монетки. Так, антибот у нас. И капча. Самолеты. Готово. И вот такое количество мне засчитали. Окей. Переходим на дашборд, на домашнюю страничку. И вот такое вот количество у меня монеток. Значит, ребятки, я решила выводить криптомонету Zen. И буду выводить на Экспресс Крипто. Значит, я перехожу на кошелек. Значит, опускаю самый низ. Ага, это у меня идет... Шел вывод. Вчера я тут собирала, видим, да, 7, 12. Сегодня у нас 8. Так? Сегодня у нас 8. Так, это с другого букса я собирала. Скопировала адрес на домашнюю страничку. Сюда вставляем адрес. Так, подождите. Вот, кликаю. Zen, вот эту криптомонетку я буду выводить. Это у меня на 16564 Zen-тоши или Сатоши, как это правильно. Ну, 16564 монеты. Вставляю адрес 11582. Проверяю просто, правильно ли скопировала все. Кликаю вывод. Вот не знаю, инстант... Ага, баланс. Это надо вставить. Что? Не поняла, что нужно. Идите. Ага, 1.25. Вот эти циферки надо стереть. Видите, у меня встала вся сумма. 1.25 монет. Так, кликаем. Так. Перезагружаю. Выбила мне систему. Сейчас зайдем по новой. Машина. Заходим. Сейчас посмотрим. Так. Zen. Вставляю опять адрес. Вот эти циферки я стираю. Так. Кликаю вывод. Все, Nike, видим, да? 1.25 Хаос и Тоши вывелись. Значит, инстантом баланс мой что? Обнулился. Давайте перейдем на Экспресс Крипто. Я обновлю страничку. Все делаю в режиме онлайн. И платит инстантом. Ребятки, смотрите. Автомультиклейм.нет.зет. Нет, ребятки. Фаусетоши.ком. Видим Фаусетоши. 16587 Zen монет моих. И число 8.12.21 год. Платит инстантом. Все супер. Вот. И рекламки здесь более чем достаточно. Выбираете любую криптомонету, хотите на Faucet Pay. Сюда вставляете тогда адрес Dogecoin, привязанный, например, к Faucet Pay. Ну или любую другую криптомонетку. Это Экспресс Крипто. Вот. Faucet Pay, если будете выводить. А если на Экспресс Крипто будете выводить, копируете вот этот ваш ID-адрес. Вот этот кликаете
и он уже скопировался. Вставляете сюда. У кого нет экспресс-скрипта, оставлю ссылочку в закрепленном комментарии под видео. Я продолжаю работать. Всем удачи, всем пока!